Вы моему другу киску можете на лице нарисовать? Да, можем. Женскую? Да, можем. Нет, не можем. Ребята, всем привет, с вами Рэдисон, и сегодня мы находимся с вами на дне города Красноярска. Сегодня Красноярску сколько лет, Михалыч? 386. 386. Просто покажем вам карнавал, и все. Никакой темы опроса сегодня не будет. Просто будем доебывать до людей. Доебываться. Пошли. Как день города? Да отлично все, отдыхаем. Погодка радует вообще. Нам плохо. Почему? Со вчерашнего. Есть что на 20-ку? Пошли, Михаил, смотрим, может у кого есть. Вход убери там? Я так думаю, что нету, а как это так? А, алкоголь изымают. Изнутри? Хорошо, что он уже у нас. Смотри, это мечта ВДВшника. Ну да. Микрофон и камера делают чудеса. Все люди, смотрите, стоят за ограждением. Покажи, Михалыч. В любой непонятной ситуации бери с собой микрофон и камеру. Мужичок русский, самогоночку несешь? Ну что-то в этом роде. Налей, плохо со вчерашнего вообще. Нет, нормально. Я говорю, мне плохо, мне налей. Что, реально самогонка, что ли? Ну, конечно. Че, ударило в нос? Да это чай. Ну, чай. Чай, это написано. Надо знать, что внутри. Здравствуйте. С комментарием. Почему? Потому что... Скажите, с какого модельного агентства вас полицию позвали? Без комментариев. Рассмеется? Нет, интересно. Скажите, пожалуйста, вы поклонники Брюса Ли? Чего? Мы поклонники танцев. А что, станцуйте? Боря, Боря, давай танцуй. Давай, Боря, станцуй. 5, 6, 7, 8. Спасибо, Боря, хорош. Херня, не танец. Ребят, привет, что за индейцы? Войны мая. Ну что-то у вас календарь-то ни хера не сбылся. Ну это временно. Мы представляем железнодорожный район. Торговый... Техникум? Нет, торгово-экономический не, институт. Не ПТУ, а колледж? Нет, 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 институт. Торгово-экономический институт. Спасибо. Ребята, привет. Можно подержать? Да что за церковь у вас? Церковь. Это меч обычно. Это меч. Самурай. Привет. Мы тебя узнали, ты с Radio Energy, да? Нет, не я. Не ты? Нет. А по-русски понимает? Конечно, понимаю. Ребята, привет. Не поддувает там? Нормально. Здравствуйте. Это у вас года жизни написано? Нет, это справочная. Справочная города Красноярска, звоните. А у вас? Справочная. Думаю, массажный салон какой-то у вас, телефон. Ну, узнаете, позвоните нам, мы скажем, где салон находится. Диплом получили? Получили. А? Получили. Можешь поднять руку и сказать, свободная касса? Свободная касса. Давай, ребят, что-нибудь движение кинь, давайте. Иха, зарплату получили, смотри. Давай, спасибо, давай, давай. Патриотизм зашкаливает. Скажи, пожалуйста, у нас профессиональный вопрос, что за камера у тебя? Это Камерон. Джеймс? Не, аватар не, снимал на эту камеру? Да, не знаю, не, но это камероновская камера, да, это не HD Pro, она уже готовая, она плавает, и у ней в отличие... А что лучше, GoPro или это? Да, по качеству съемки одинаково. Да? Можно мороженку лизнуть? Увы, не с собой. Что? Увы, не с собой. Что? Мороженка. А это что? Это так. Я говорю, можно мороженку лизнуть? Да, пожалуйста, если получится. Михалыч, будешь? Не, мне сейчас... Ну, я тоже не буду, я женат, правда. С праздником, красноярцы! Спасибо. А кто это говорит? Это Игорёша говорит. Директор стадиона? Да, это здесь рыбы нет. Ребята, вот мы набрели на рай анониста бы. Здрасте, а вы с какой компании? ЦАВС. А как относятся ЦАВС и... Отдых. И аватар. Это маски для лица. Глиняная маска. Ну можете все как-то хоть халаты скинуть? Что она одна стоит-то без халата-то? Я в халате. ЦАВС, ну давайте мы скажем, ЦАВС, это круто. Давайте, и хлесть все. На счет раз, два, три. Да, раз, два, три. ЦАВС, это круто. Да я говорю, халаты скидывайте на раз, два, три. Мы все скинули. Добрый день. Мы сегодня на дне города и хочу отметить такую вещь. Короче, сейчас на возле капитанского клуба будет проходить соревнование по футбольному фристайлу. Я год назад сам собирался было начать футбольный фристайл заниматься. Даже мячик купил волейбольный для футбольного фристайла. Самое главное, что потом будет соревнование по ношению жен. Как вы считаете, вот если посика денег во дворе, заберут в милицию, нет? Все вопросы происходят по КДПС. Здрасте, а вы футболистки? Мы
Мы дуэт ведущих «Малина», видите, вот мы всех поздравляем с Днем города. Но мы только а вы знаете, что, что атрибутом каждого карнавала, да, ну вот карнавал сегодня был, являются песни и танцы? Конечно. Какая у вас самая любимая песня и танец? «Малинки, малинки, такие». Ну что вы сидите, а вы хоть встаньте. А, танцевать? Да, конечно. Ой, какие вы высокие. А вот какой рост? Почти два. С каблуками, говорите, или без? Вы разговариваете с каблуками? Не, у меня рост с каблуками 178, наверное, так. Ну давайте, танцуйте. А что танцуем? Не знаю, что. А музыка-то там будет, или мы просто так танцуем? Какую вы хотите музыку? Малинки, малинки. Блин, я думал, я смотря на вас, нужно какие-то дыньки-дыньки накладывать песню. Какую хотите, всему рада. Арбузики, арбузики, не знаю. Ну, если вам так приятно, то да. Ну, давайте, девчонки, ну, зажигайте, чего вы. Ну, уже тут грустная талика. Жарко, тут грустная. Ну, раздевайтесь, если жарко, ё-моё. Мы серьезная женщина, сидим в жюри, значит. Да, футбольный фристайл судим. Мы ничего не понимаем в футболе, но мы честно сидим в жюри по футбольному фристайлу. И судим. Фристайлу, да. Давай, ты их покажи пока. Сегодня жюри. А в жюри сегодня Мускенко Владимир Иванович, сразили руководителя «Красспорт». Все, все, ну хорош, хорош. Теперь я. Ты комментируй. Марина, а, неплохо. Евгения Чучарина и Алена Отличная техника. Ты скажи свои регалии. Пятигранный чемпион Красноярского края, чемпион России по футбольному фристайлу. Как тебе наша сборная? Тоже сегодня. Немного разочаровали, но сборная молодая. Я думаю, на нашем чемпионате мира все будет намного лучше. Слушай, а правда вот Михайлович говорит, что футбольный фристайл, футбол, это то же самое, как и фигурное катание и хоккей. Скажу так, если, например, катание, фигурное катание вряд ли поможет в хоккее, там лучше кататься, потому что там маленько другое, то футбольный фристайл в футболе однозначно это увеличение контроля мяча. Боря, давай! Борис делает очень длинное, тяжелое комбо. Которая оставляет двух в участников Хоккей! Вот оно! 5, 3, 2, 1, 2! Пури, Борис, Борис! Итак, Борис становится счастливым в Красноярске, что вы сделали в Кристалле! Вот ближнюю снимай! Здесь есть на что посмотреть только у ближней девушки! Где ваш переносчик? Позовите его. Есть фильм «Перевозчик» с Джейсоном Стэтхэмом. А ты у нас переносчик? Ну да, что-то типа того получается. Что, победите? Да, конечно. А как нести надо? Да кто как. Все по-разному. Кто ты, куда? Ты уже выбрал позу? Да, конечно, тренировались. Продемонстрируйте. Нет. Мы оставим это секретом. Секретная поза? Никто, никого еще не видели такого. Ребята, сейчас мы вам покажем трассу, как будут нести своих жен товарищи. Вот они отсюда стартуют и пошли. Я бы Михалыча понес с удовольствием, но он не женщина и тяжелый. Тут у них будет бег с препятствиями, между прочим. Первое препятствие, то есть как они будут их нести, я боюсь его сейчас сломать, это препятствие. Ну ладно, пошли дальше. Здесь бегут, 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 а все бегут, 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 а он стоит. Дальше прибежали, дальше они побежали по бассейну. Они еще с женами побегут. О, кайфово. А вот здесь они должны бежать по стрелкам. Эти казаки-разбойники. Здесь муж докурил, бычок выбросил, посидел, посидел, отдохнул и побежал дальше. И здесь он должен исполнить песню. Ю-юрми, юрми нау. О-о-о, ю-юрми, юрми нау. Честно, я уже заебался, ребят. Как они здесь будут бежать, я не знаю. А, это типа лабиринт, они должны найти выход. Я так понимаю, что самый кратчайший выход это вот здесь вот. Вот здесь у меня вопрос возникает сразу. Они должны пролезть под или над? Ну, видимо, над. Раз. Он с ней. Он с ней бежит. Перепрыгивает. Все, и вот он финиш. Все, вот финишировали. Я не знаю, тяжело им будет. Соревнования с женами, соревнования с мужьями. А главный приз, какой? Главный приз предоставила группа компании «Голубая вагина». Вот этот вот замечательный инструмент для занятия
сексом. Только я не понимаю, как им нужно заниматься, кто куда, кого вставляет. И директор ООО «Голубая вагина» Евгений Михайлович Пантелейкин. Вот, смотрите, вот этот мужчина выбрал вот такой хват. Раз, раз, раз. Не урони только ее. Вот, ребята, вот он необычный хват, смотрите. Вот, жена не дышит, потому что там пахнет не очень вкусно. А дома я представляю, ну что ж ты, урод, не смог меня удержать. А что ж ты, побежал-то так. Другие-то, посмотри, побежали. А ты, урод, ты почему такой, а? И поэтому Михаил с женой не заявился, потому что он боится дома этих упреков. Да тут полгорода боится таких упреков. Он сказал, поехали, и махнул рукой. И махнул рукой. Давай, на 10 минут его. Какой 10, что там делаешь? Пока не блеванет. Блядь, мне уже страшно, а. Что ты, раздвинуть сидушку хочешь? Жопа не влазит, да? А там у вас дырка в сиденье есть, если что, сразу. Можно это сильно... Что, не защелкивается, да? Должна щелкнуть, да? Выдохни, ты что? Можешь высадить, поменьше можно. А, такое меньше, ага. Это так визуально кажется, что я меньше. Ну, Михалыч, выдохни, ёпты. Да, у меня кости. Давай, 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 давай. Давай я, подожди. Да посильнее им, Не надо так было, Михалыч. Ну и чё? Да там чё, там ребра ломают. Ну а чё, посильнее надо? Да надо было посильнее, чё ты, блядь? Блядь, короче, нам ни один аттракцион не подходит. Надо в Роспотребнадзор жалобу подать. Да. Что за дискриминация, выше 130 не это. Девушки, здравствуйте. Вы моему другу киску можете на лице нарисовать? Да, можем. Женскую? Да, можем. Нет, не можем. А вы? Можем. Сколько стоит? 500 рублей. Ага. Я лучше жене дома краска это сам отрафаричу. О, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Александр Сергеевич, как жизнь? Прекрасно. С Дантесом разобрались? Ну, конечно. Стих какой-нибудь можете? Ну, конечно, но только свои. Давайте. Хотел бы знать тебя одну, прекрасней не было тебя. На свете ты одна моя, любимая, прекрасная. В надежде, вере и любви прошу тебя, прости меня. И а матершинная есть? Нет. Вы подписаны на паблик МДК? Да. Короче, Александр Сергеевич Пушкин подписан на паблик МДК. Я, Александр Сергеевич Пушкин, подписан на фабрике МДК. Ребята, ну все, в принципе, мы съемки на дне города закончили. Ибо уже жарко, хочется выпить. Все, короче, мы заканчиваем, все, всем пока.